Всем доброго здоровья. Наконец-то я дождался, когда более-менее созреет земля. Вот на этом участке. Сейчас уже конец апреля. Огород зарос уже травой. Вот какими-то цветами. Какими-то, но они в основном в лесу живут. Они в основном в лесу растут. Называется ряст. Хороший медонос. Ну, пойдет мне на сидират. Вот этот участок я пахал в начале апреля. Нужно было срочно сажать растения. Земля была сырая. Ну, вот я спахал и почти высадил дичку на будущие саженцы. Еще немного осталось засеять. Глубина вспашки на этом участке, на котором садил растение, была 20 сантиметров, ширина 45. А уже на этом участке буду пахать помельче, 17 сантиметров, но ширина захвата 50 сантиметров. Немного переделал крепление пуга, приварил дополнительное крепление для второго корпуса. И вот отодвинул его от первого еще на 5 сантиметров. Сейчас захват должен получаться 50 сантиметров. Осталось перевернуть его, обварить снизу и ждать погоды и пахать. Для второго корпуса. И тем самым отодвинул второй корпус от первого еще на 5 сантиметров. И сейчас захват получается 50 сантиметров. Вот немножко уже пропахал, подрегулировал. Здесь 20 соток. 20 соток земли. Бак полный. Полный бак солярки. И время сейчас 10:20. Буду пахать, конечно, с перерывами. И в период перерывов вспаханные буду культивировать мотокультиватором. Буду разбивать фрезой вот эти небольшие глыбы. Земля нормальная. Рассыпается уже. Так что пришло время сажать картофель. Ну что ж, поехали.
Время 12:37. Получается, 10:20 начал. В общем, 2 часа 17 минут. Остановки были. В общем, где-то на полчаса, может быть, больше чуть-чуть. В общем, короче, 2 часа. 2 часа пошло на вот это, вот этот участок, на половину этого участка. И сейчас замеряем глубину, ширину пахоты. Культиватора пригнал, но фрезой не работал пока. Пусть проветрится земля. Потом к вечеру поравняю и фрезой. Итак, глубина получается 15 сантиметров, 16. Ну, а ширина между колесами у нас получается 56. Между колесами. И если вот провести черту, то где-то не достает до колеса сантиметров 5, не достает. Черта 5 сантиметров, значит 51 сантиметр, 50 захват. Захват получается 50 сантиметров. Даже чуть больше можно сделать. Сейчас даже 51 сантиметр. Такая пахота, травка. Итак, пообедали, продолжаем. Сейчас 13:36.
Ну вот и все, пропахал 20 соток, делаю последнюю борозду и еду. Будем замерять расход солярки. Сейчас 16:40. Поработал 6 часов и 20 минут. Из них можно выбросить на обед 1 час. Период работы делал остановки трактору, а тем временем работал мотокультиватором. Пробежался по пахоте, выровнял участок и можно садить картофель. Зафат фрезы 120 сантиметров, 1,20 м. Итак, меряем 5 литров, заливаем. Полный бак. Ушло ровно 5 литров солярки на 20 соток земли. Глубина в среднем где-то 16 сантиметров была. Ширина захвата 50 сантиметров. Скорость. Третья скорость. Всем удачи!